В последнее время я часто стал замечать, что крипипасты на Чикенгальвике удаляются. Конечно, это можно списать на админов, но почему тогда одни крипипасты остаются, а другие удалены? Сегодня речь пойдет как раз о существе, крипипаста, о котором бесследно исчезло, и о котором мало что известно. Вы на канале The Super Tales, я Фил, ну а мы начинаем. О безликом я узнал из множества комментариев под моими видео и постами. Каждый второй комментатор просил меня проверить миф о неком безликом. Сначала я не придавал этому значения, потому что по одному лишь комментарию я расследование делать не буду. Однако дело дошло до того, что даже администрация моего телеграм-чата начала мне говорить о безликом. Что ж, я взялся за дело. Как всегда, по классике, я зашел на Чикенгальвики и написал название крипипасты в поиск. И здесь мне выдала статью, в которой было написано, что крипипаста удалена. Не то чтобы сказать, я удивился. Я был скорее в недопонимании. Если предыдущие случаи удаления можно было списать на буллинг автора или что-то подобное, то здесь... Ведь, например, крипипаста Atal Chicken и крипипаста Faithless были написаны разными авторами, которые никакой связи между собой не имеют. И либо здесь такая же ситуация, как и на Майнкрафт крипипаста Вики, где админы удаляют каждую новую крипипасту, либо это уже действительно какая-то мистика. В итоге я написал пост в своем телеграм-канале с просьбой, если кто-то знает что-то о безликом, написать в комментариях. Потому что в том, что мне писали на ютубе и в том же телеграме, был только способ призыва. Ну и название крипипасты. Однако люди в комментариях ничего большого о безликом не знали. Говорили только, что видели статью на Чикенгальвики и вроде его как-то можно призвать. Однако один человек сказал мне посмотреть ролик некого Кузи2К. Через поиск найти это видео мне не составило труда. И вот что я из него извлек. Вам Мелиси 2К, и сегодня я вам расскажу про самый страшный миф в игре Чикенган. Это миф под названием Безликий. Это чикен без лица, которого видели много игроков Чикенгана. Во-первых, автор видео не настроен серьезно, так как на фоне звучит веселая музыка, и сам он говорит таким ненапряженным голосом. В ролике, конечно, есть фразы по типу «крипипаста очень опасна», «сущность очень опасна», «она может вам крашнуть чикенган», но, опять же, говорится это все в веселом тоне. И это видео можно спокойно принять за какое-нибудь хайпожорство. Однако там есть один кадр, который меня насторожил. Это видео с безликим. Настоящим безликим, на котором несколько игроков столпились вокруг этой самой сущности, и здесь можно увидеть ее внешность. Она представляет из себя обычный скин новичка, однако на нем отсутствуют глаза, клюв, а также гребень. И так как это видео, а не фотография, можно спокойно принять это за настоящую мистику. Потому что автор видео, который нормально текст смонтировать не может, вряд ли бы смог справиться с такой тяжелой задачей, как сделать видео, на котором видна сущность полностью без рук и других частей тела. Такое очень трудно сделать даже профессионалу в After Effects. И на 3D-анимацию это не похоже. Так что на данный момент мы вынуждены принять это как реальную мистику. Итак, что нам известно на данный момент о сущности Faithless? Во-первых, это его внешность, которая достаточно сильно пугает. Во-вторых, это способ призыва. Надо зайти на любую карту, взять хромакей и на него поставить доску, на которой должно быть написано Faithless. Поставить любую еду.
после чего должен зайти безликий с ником Player. Он будет просто стоять и ничего не делать. Ну и последнее, что нам известно, это то, чем он опасен. На первой стадии, если подойти к нему слишком близко, он может убить персонажа. Если же вокруг безликого будет ходить много игроков, он перейдет во вторую фазу, где уже может крашнуть сервер. На этой фазе история с безликим у многих комментаторов и заканчивалась. Однако есть еще и третья фаза. Если вам все-таки, например, с помощью щитов удастся зайти на крашнутый сервер и снова подойти к безликому, то у вас вылетит чикенган и может крашнуться система телефона. Из-за последнего эта сущность сильно опасна. Перед тем, как идти проверять этот миф на практике, я решил спросить опытного мифоискателя, ютубера Ника37К. Однако он ответил, что ничего об этой сущности не знает. Что ж, я зашел в чикенган и принялся проверять этот миф. Создал сервер с названием Faceless на карте Town 4. Поставил хромакей, доску, на которой написал Faceless. Поставил еду. И принялся ждать. Ждал я около 5 минут. Комментаторы говорили, что он спустя 5 минут и должен прийти. Однако я ничего и никого не встретил. Также я пробовал карту Town 3F, но там тоже ничего не пришло. Так что же получается, существо Faceless не существует? Но как же ролик на канале Кузи 2К? Ведь и там был запечатлен безликий. Я вам так скажу, этот ролик подделка. Но как? Ведь смонтировать это почти невозможно, да и Кузи на это не способен. Скажу так, этот ролик подделка без монтажа. Дело в том, что когда я забивал Faceless на ютубе, мне выскакивали англоязычные ролики, где автор показывал баг, с помощью которого можно сделать точно такого же безликого. Без рук, без лица и без гребня. Если на видео нам покажен обычный забагованный персонаж. Никакой мистики тут нет. Но ведь забагованный персонаж в меню и забагованный персонаж в игре, ведь из меню забагованный персонаж не может выйти. Даже если он и не может выйти, существуют наши любимые читы, в которых можно полностью убрать и лицо, и головной убор, и руки, и даже ноги. Ну или вообще невидимкой стать. Как итог, безликий — это обычный миф. Байка, которую можно рассказывать ночью за костром. И большинство существ в Чикенгане — это как раз такие же байки. Но ведь получается, мистики в Чикенгане нет, спросите вы. Да, мистики в Чикенгане нет. Но зачем же я тогда снимаю разоблачение на мистику, если и так понятно, что ее не существует? Ну, во-первых, это делается для того, чтобы люди не верили всему и вся. Во-вторых, потому что мне нравится канал детектива Ника. И в-третьих, мистика — это единственное направление, в котором мы можем развивать нормальный чикенган. Потому что ни разработчик, ни большая часть ютуберов развивать его не хотят. Они хотят чисто хайпиться и получать с этого бабло. Да, чикенган как игра отстойна, говорил это не один раз. Но тогда зачем же мне ее развивать? Скажу так. Я, как и все остальные, на этом хайплюсь. Путно развивая франшизу. Вы были на канале The Super Tales. На связи был Фил. Всем пока.